Нет, в больнице. Нет. Больница. Ты тоже в больнице. Я ничего, я сейчас, она же еще грубо. Помогай, давай, помогай. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса. Водитель совершил съезд проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа отдела полиции и бригады медиков. В автобусе находились 43 пассажира. В результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Проводится проверка. Устанавливаются причины возникновения аварийной ситуации.